Perfect. Здорово, народ! Те из вас, кто регулярно смотрит мои обзоры, знают, кто я и чем занимаюсь. Но для новичков, пожалуй, представлюсь. Меня зовут Дмитрий Титов. И с конца 90-х годов я занимаюсь тестированием кроссовок на регулярной основе. Также я являюсь владельцем сайта кроссовки.нет, на котором вы можете найти несколько сотен печатных моих обзоров. Да, пожалуй, я один из первых, кто стал заниматься этим в Рунете на регулярной основе. И сегодня я подведу жирную черту в плане пригодности такой популярной игровой модели баскетбольных кроссовок, как Nike Carry 6. Ну что, погнали смотреть. В этих кроссовках я успел таки отбегать обещанные вам 8 тренировок и даже умудрился разок захватить их на улицу, где лавировал в них между сугробами и растаявшими какашками. Сегодня я практически не стану затрагивать тему их дизайна и некоторые другие, так как успел поговорить об этом вот в этом своем видосе с первыми впечатлениями. Если кто не видел, непременно гляньте. Определенно, можно по-разному относиться к дизайну кроссовок Nike Carry, элементы которого плавно перетекают от одной модели серии к другой. То же самое относится и к формирующим их материалам. Начиная с первой модели серии, нас активно почуют такой комбинацией, как меш и синтетика. И, честно говоря, в лучшую сторону качество материалов практически не меняется. Не знаю, как вам, а я просто устал из года в год получать одно и то же. Это как надоевшая жвачка, у которой вкус еще пока есть. И выплюнуть жалко, и жевать уже сил нет. Я совсем не понимаю, ну почему нельзя поэкспериментировать с другими, более современными материалами? Лично я бы совсем не отказался от тканевой плетенки. Да тот же нейлоновый сапожок пришелся бы в тему. Серия KD, Kobe, Брона, они так вовсю экспериментируют. Вы скажете, так они же слишком крутые и премиальные. Окей, а что с линейкой PG? Они же еще более бюджетные. И тем не менее, постоянно удивляют нас новыми разнообразными решениями. Безусловно, не все они хороши, но застоя как такового нет. То же самое относится и к качеству сборки. Нет, оно далеко не плачевное, но следы небрежности присутствуют. В частности, я вот об этом клее, который видно невооруженным глазом. Дошло до того, что мы к подобному уже привыкли и зачастую даже не обращаем внимания. Из-за немалой высоты, частой шнуровки и достаточно резкого подъема кроссовки не просто надеть на ногу. Для этого необходимо их основательно расшнуровать, и только после этого получается в них протиснуться. Напрягает еще и то, что постоянно мешает фиксационный ремешок, который вот лезет и лезет. Я вставал на него ногой и так и шнуровал кроссы. Да, кроссы капец как маломерят. На пол размера размер так точно. При моей привычной девятке я бегал в 9,5. Размере. И даже так кроссовки ощущались очень плотно. Как и в случае с PG4, я бегал в них в тонких ХБ носках. Несмотря на это, постоянно испытывал излишнее давление с боков. Правда, к счастью, палец в носок не упирался. Так получилось, что две из двух последних моделей конкретно маломерят. Я, честно говоря, не знаю, в чем дело, хотя заметил, что обе эти пары были изготовлены во Вьетнаме. То есть у кроссовок изменилась страна-изготовитель. Маловероятно, что дело в этом, и тем не менее, такая особенность есть. Надеюсь, в будущем данная тенденция не сохранится. Благодаря шнуровке, фиксационному ремешку и достаточно плотной посадке кроссовки сидят на ноге, как влитые. Во время игры при резких остановках у меня не было никакого даже мельчайшего смещения стопы внутри кроссовки. Carry 6 являются нечастым для современной баскетбольной обуви представителем мидкатов. Из-за своей высоты они в состоянии предоставить определенную протекцию, в том числе и голеностопному суставу. Но и в прочих моментах шестерки являются устойчивой игровой моделью. Широкая плоская основа, опять-таки адекватная шнуровка, высокая торсионная ригидность благодаря массивной пластиковой пластине в мидфуте. Все это делает данные именные Ирвинги очень надежными баскетбольными кроссовками.
Nike Carry 6 – это полноценная игровая модель с плотными и далеко не самыми легкими материалами, немалым количеством набивки и большой по современным меркам высотой. Все это негативным образом сказалось на их весе, и в данном конкретном случае цифра на весах говорит красноречивее любых слов. Во время игры кроссовки ощущаются действительно достаточно громоздкими. Со временем, бегая в них, к большому весу, понятное дело, привыкаешь и, честно говоря, даже перестаешь его замечать. Но на контрасте он капец как ощутим. Помню, когда в какой-то момент сменил их на четвертые Джорджи, у меня было ощущение, что кто-то снял грузики с моих ног. Те 8 тренировок, во время которых я тестировал эти шестерки, определенно пошли кроссовкам на пользу. За это время они окончательно сели по моей стопе. Верх стал ощущаться значительно мягче, а дубовость, о которой я заявлял после первых пары тренировок, практически сошла на нет. И тем не менее, даже после всей этой разбивки я не могу назвать шестые Ирвинги комфортной, мягкой игровой моделью. И все дело в их жесткой системе амортизации. В основе амортизации кроссовок Nike Air 6 мицоль из пилона и вставка из фрагментированного зума в носке. Мне всегда нравилось, как это звучит на бумажке. Знаете, мы взяли технологию, зарекомендовавшую себя десятилетиями, и улучшили ее. Nike Turbo Zoom. Теперь вы получаете более естественную амортизацию. Да, но вот только в реале оно так, к сожалению, не работает. Ведь даже после 8 полноценных тренировок под моей стопой была действительно очень жесткая подметка. А хваленый носочный пот, вы знаете, я его практически не ощущаю. Безусловно, за те 8 тренировок, что я в них отбегал, стало несколько лучше. Появилась какая-никакая податливость. И я даже не исключаю возможность того, что бегая в этих шестерках месяц или два, они бы стали еще мягче. Как по мне, подобное просто несерьезно. Кроссовки должны выдавать свой максимум сразу из коробки. Край через 4-5 тренировок. А ждать подобного по несколько месяцев, это такое себе. Дубовая, плохо гнущаяся, плотная резинка никогда не была синонимом ни естественности, ни высокого чувства игрового покрытия. И само собой, в шестерках дела с этим обстоят далеко не лучшим образом. Безусловно, со временем привыкаешь и к жесткости, и к сниженному чувству корта. Тем более, что по факту серьезного криминала нет. Но опять-таки, на контрасте с другой более резвой игровой моделью, заметно, насколько жесткими и неестественными ощущаются шестые Ирвинги. И пока я не перешел к следующему пункту, напомню, что данную пару на тест мне предоставил Евгений из магазина Basket One, за что ему огромное человеческое спасибо. Ну а данный магазин торгует исключительно фирменным стафом по доступным ценам. Ссылка на него будет внизу в описании под видео. У Nike Carry 6 цельное внешнее покрытие, абсолютно лишенное каких-либо намеков на вентиляционные отверстия. Из-за их отсутствия образующиеся в результате тренировки жар и влага не удаляются с поверхности стопы. В итоге шансов на адекватную вентиляцию нет в принципе. За все время тестирования потные ноги и влажные носки были моими неизменными спутниками. Пожалуй, главным достоинством линейки Nike Carry всегда была их тракция, и шестая модель серии, как ни странно, не стала исключением. Подметка кроссовок представлена традиционной немаркой резины и имеет достаточно сложный рисунок протектора. Дизайнеры каждый раз серьезно заморачиваются, создавая подошву очередных Ирвингов. Я же помню времена, когда топовым жорам было достаточно сделать обычную елочку, и этого хватало за глаза. Сейчас же нам предлагают сложнейший орнамент, в котором находится место для линий, расположенных под разным углом друг к другу, каких-то зигзагов, округлостей, и само собой традиционного всевидящего ока. Создавая столь сложный узор, дизайнеры каждый раз рискуют тем, что он не станет работать. И несмотря ни на что, именно в этой линейке он работает, если и не отлично, то очень хорошо. Очень-очень хорошо. Как вы поняли, тракция шестых Ирвингов мне понравилась. Она была хороша даже на нашем скользком и пыльном паркете. И пусть я не останавливался в них как вкопанный, как в некоторых других кроссовках линейки, главное, что во время игры не было никаких проскальзываний, и я не тратил столь важные доли секунды.
Друзья, перед вами кроссовки после 8 полноценных тренировок. Как видите, в общем и целом никаких дефектов не наблюдается. Материалы внешнего покрытия целостны, и нет никаких признаков того, что продолжу я их эксплуатировать и в ближайшем будущем что-то изменится. Очень ноские кроссы. И единственное, почему я снижу им оценку за носкость, так вот за это безобразное разволокнение шнуровки и материала внешки, вызванное контактом с липучкой. Во всем прочем, кроссовки реально живучие. Я не предвижу никаких возможных проблем с их носкостью. Ребята, я вполне нормально отношусь к кроссовкам Nike Air 6. Это более чем годная игровая модель, которая прекрасно подойдет не только поклонникам серии, но и многим любителям более-менее бюджетных баскетбольных кросс. Напоминаю, что эти кроссовки сильно маломерят, поэтому я настоятельно рекомендую вам заказывать их больше на пол размера размер. А еще лучше по возможности мерить их перед покупкой. Шестые Ирвинги очень ноские баскетбольные кроссовки, которые наверняка продержатся минимум один полноценный игровой сезон. К тому же они очень надежные. Бегая в них, ваши стопы находятся в большей безопасности, чем у остальных, не знаю, 80-90% игровых моделей на сегодняшнем рынке. А их тракция очень достойная. Что очень важно, если вы, как и я, вынуждены бегать не по канадскому клену, а по адски скользкому и пыльному крашеному паркету. Но несмотря на вышеописанные достоинства, как я неоднократно говорил ранее, это не мое по целому ряду причин. И, пожалуй, самое главное из них заключается в том, что серия за последние годы откровенно буксует. Из года в год в кроссовках меняется лишь дизайн, да и то не сильно. Одни и те же материалы, одни и те же босяцкие технологии, ценник на кросса растет, а вот их игровой перформанс не особенно. Лично мне порядком остопиздило это топтание на месте, экономия и прочие моменты, которые в состоянии окончательно погубить мое некогда неплохое отношение к данной линейке. Да, дизайнеры стараются привнести побольше красок. Оттого и появляются столь яркие и пестрые расцветки. Они пытаются удивить нас дизайном, в этот раз откровенно скопировав его с Nike Easy 2. Возвращаясь к Ирвингам, мне определенно не по душе ни их высота, ни их громоздкость, ни их жесткость. В общем, как вы поняли, я не ценитель серии дядюшки, но я точно знаю, что я такой в меньшинстве. Ведь если бы это было не так, из года в год я бы не получал от вас сотни просьб рассказать об очередных кроссовках данной серии. Да и цифры продаж данной линейки по всему миру говорят о том, что эти кроссовки очень и очень востребованы. Не знаю, что вам еще сказать. Пожалуй, просто прочитаю пару самых ваших залайканных комментов под одним из моих обзоров. Первый от Георгия Гуляева. Почему без настроения, как раньше? Лучше не быть таким, будь веселее. Георгий, ну я же не клоун, чтобы веселиться на пустом месте. Я говорил от себя, а в жизни я вредный и циничный какаха. И именно так и общаюсь. Второй коммент от Кирилла Баранова. Что? 41 год? Димас, ты выглядишь максимум на 30. Кирилл, ну это все качественные и дорогие наркотики. Но это не точно. Ладно, ребятушки, спасибо, что смотрите мои ролики до конца. Было бы очень здорово, если сейчас, сидя на карантине, вы бы пересмотрели мои некоторые старые видосы. И даже бы отписались там в комментах. Я постараюсь на них на всех ответить. Ну и не стану лишний раз напоминать о важности подписки, лайков и нажатия на колокольчик. Это вы и все и так прекрасно знаете. Всем вам удачи и увидимся.